А тем временем у меня в гостях Андрей и Дмитрий, представители компании «Мастерская Добро». И первый вопрос к Дмитрию. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию, чем вы занимаетесь и где находится ваше производство. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. У нас мастерская настоящего вкуса «Добро». Мы производим шоколад натуральный, без пищевой химии, без соевого лецитина, только натуральные ингредиенты. Какао тертое, нерафинированное масло какао, мед или финиковый сироп вместо сахара. Андрей, следующий вопрос к вам. Какие у вас были ожидания перед выставкой World Food и какова реальность оказалась? Наши ожидания были такие. Мы хотели собрать 300 контактов, так же, как и год назад. На момент вчера у нас было 240 контактов, а сегодня с большой вероятностью мы наберем 300 контактов. То есть наши ожидания оправдались. Ожидания равно реальности. Это супер. Ребят, скажите, какие цели вы перед собой ставите на дальнейшее развитие вашей компании? Наша миссия – это распространение здорового питания по всей России. И наша главная цель – это чтобы у человека был выбор. То есть если он приходит в магазин, важно, чтобы он смог выбрать тот продукт, который ему по душе. Если он понимает, что он выбирает из нескольких зол, это значит, что у него выбора нет. Собственно, это то, с чем мы столкнулись 4 года назад, когда начали делать этот шоколад. То есть мы хотели создать альтернативу. Сделали это для себя, для своих друзей и хотим это сделать для всех вас. Ребят, спасибо вам огромное.